Всем привет-привет! И в этом видео я буду играть в Roblox. Я буду играть в карту, вот, где нас должны ловить вот эти вот головы какие-то. Ай! Что так больно? Короче, почему они меня ловят и зачем эти два дебила меня ловят, я не знаю. Ну ладно. Так. Ну я же даже не коснулась их морды. Ладно, так, идем дальше. Так, в общем, я вам могу сейчас все это ускорить, чтобы вам было не так скучно смотреть, как я убегаю от этих голов. Я не знаю, как-то по-другому назвать. И, так, скачем через эти головы. Меня опять поймали. И так будет всегда. Так. Не, ну я не понял, с какой стати меня они ловят. Просто там очень много, я даже не знаю, как их перепрыгивать. Ладно. Воу-воу. Может сюда пойти? Так-так-так. Стоп. В общем, я уже там пришла, я смотрите, что заметила. Тут можно вот сюда вот так вот прийти. Тут у нас такой вот уровень с такими вот головами. Сейчас зачекпоинтимся. И давайте его будем проходить, попытаемся. Я не понимаю, почему она меня поймала. Ладно, попытка номер два. Так, не пон. Ладно, давайте дальше. Так. Давайте. О, ну блин. Я думаю, так до самого конца. Так. Короче, проходим это. Так, бежим. И они меня опять словят. Не, ну а что вы ожидали? Даже я. Ходим. Так, они меня ловят. Я не знаю, с какой я попытки прошла это. Наверное, со 150-й, так как просто еще ставила на паузу это видео, а просто никак не могла пройти это. Вообще, только сейчас я прошла это, я, короче, перепрыгивала каждую голову, сначала отскаканула на первую, потом на вторую, на третью и так далее. И прошла этот этап. Сейчас мы будем проходить этап второй, как я понимаю, да? Так, давайте зайдем на этап... А, стоп. Этап первый? А, стоп, так... Это этот этап, что ли? Мне не надо это. Давайте попробуем перезайти. Так. А, ой. Это почему я тут? Ладно. Так, тут что у нас? Одиночная игра. Босс. Нет, Эндерна. Зайду на этап. Да, у меня этап 2 вроде бы. Так. Идемте проходить. Вот этот этап 3 нам надо, да? Или этап 2. А, блин, нам надо было этап 2. Ну ладно, будем проходить этап 3. Такие вот мы читеры. Просто не поняла, почему. Ладно. Так, и бежим тут. Это что за... Ладно. Да, свидосик. Идем. Чего у вас так много? Так нечестно, я одна вообще-то. Куда бежать? Я не понимаю, куда бежать. А, вот туда, похоже. Так. Вот сюда перепрыгиваем. Кстати, тут большой прыжок. Тут у нас... Так, а куда тут? Я не понимаю. Не пон. Так. Ладно, давайте попробуем тут. Опа. Так. Стоп. Как? В смысле? Почему меня не поймали? Ладно, попытка номер 2 у нас. Идем. Драфтим. Так. Может, туда как-нибудь можно попасть? Ладно. Так, я запуталась. Куда нам надо? А, сюда получается. Куда нам надо? Я не понимаю. Типа, сюда может? Так. Так, я не понимаю, просто куда тут нам надо-то? А, вот все, поняла, нам надо вот сюда вот. Дальше идем. Так. Так, я делаю так экран. Тут вроде бы никого нету. Мне страшно просто. Ты че? Так. Не поймала. Так, красные. Зайчик пойтились вроде бы. Так.
Пошлите дальше. Так. А! Мне просто страшно, что из какого-то угла выскочит эта башка. Она меня поймает. О, вот, вроде бы... О, ура, мы прошли этот уровень. О, это, мне кажется, будет легко. Хотя нет, типа... А, голова мне чуть не поймала, прикиньте. А, не ловите меня. Кстати, не так-то и легко было, мне кажется. Так, в общем. О, этап уже 4 у нас. Да, сейчас посмотрим. Да, этап 4. Заходим на него. Так, и тут у нас... Так, в общем, сюда идем. Так. Это что за башка с еще 5 башками? Прикольно. Почему я так ору? Ладно, лезаем по лесенке. Так. И теперь это лесенка. Так, тут что у нас? Блин, нет. Так, идем сюда. О, здрасте. Спокойненько забираемся сюда. И спокойненько идем проходить. В смысле, она еще идет на меня? Нет. Ай. Это башка еще с 5 еще башками. Идет на меня, прикиньте, какая наглая. Ну ничего. Я-то быстрее. Давайте зайдем, попробуем зайти в эту комнатку. Нет, ай! Меня чуть не поймали. Давайте зайдем в эту. Так, тут вроде бы лабиринт. Так, давайте пройдем сюда. Так, мне страшно, потому что я боюсь, что из каждого угла выйдет эта башка какая-нибудь и съест меня, понимаете? Так, в общем, я уже тут. Так, и дальше у нас надо сюда нам. А, было, что тут надо. Типа, я пошла там по этой... А, ой, не сюда надо, похоже, как я поняла. Вот в эту вот комнатку. В общем, я тут, типа, иду и дальше падаю туда. Типа, а как? Я не понимаю. Лаву. Там еще бошки несколько стоят. Так, все, я поняла. Мне сюда надо, в эту комнатку. Так, и дальше мне тут надо пройти вот тут вот лабиринт с бошками этими, с улыбочками. Они такие, кстати, так смешно выглядят. А вот двери. И тут у нас этап 5. Но этап 5 я уже буду проходить в следующей серии. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. В общем, такой вот он тут. Всем пока-пока.